247 человек погибли в результате землетрясения в итальянской провинции Риете накануне. Таковы официальные цифры, которые не перестают расти. В больницах на сегодняшний день находится 264 пострадавших. По данным итальянских СМИ, число пропавших без вести идет на сотни. Однако глава Национальной службы гражданской защиты Иммакулата Пастильоне на брифинге в Риме отказалась назвать его. Вместо этого, отвечая на вопрос, она заявила: к разбору завалов и оказанию помощи пострадавшим привлечены более 1000 сотрудников полиции, 1060 пожарных, 400 военных. Живописные деревушки Лацио, Марки и Умбрии каждое лето привлекают толпы иностранных туристов и жителей других регионов Италии. Именно это затрудняет оценку общего числа находившихся там в момент землетрясения людей. Между тем, поиск выживших под завалами продолжается, но минувшая ночь оказалась малопродуктивной.